Я не ошибаюсь, в прошлый раз, когда мы с вами описывали, мы не пользовались словом «все», не было написано, да? Мы писали просто сигнатуру, и под сигнатуру сразу же давалось определение. Например, доктор. Значит, вот тот, в общем, более-менее привычный способ описания функции, которые мы использовали в прошлый раз, действительно является сокращенным описанием вот такого сокращенного варианта формулы. Вот так представлено. Любое определение функции всегда можно задать при помощи задания сигнатур и задания некоторого типа аксиома. Аксиомы используются, ну, по крайней мере, двумя разными. В аксиомах можно задавать свойства на цепочке операции, то, что мы с вами называли алгебраическое или аксиоматическое определение. И когда я описываю свойства цепочки операции, я описываю только видимые снаружи поведения. И где-то свойства видимые снаружи. Вот. А когда я описываю некоторые предположения о собственной реализации, а как устроены мои типы данных, там, как какие переменные при этом используются в моей модели, я как бы заглядываю в
внутренних моделей, внутренних импактов, внутренних реализаций. Это как бы. Вот. И это тогда вот получается не алгебраическое описание, а описание, которое дает определение для каждой функции воздействия. Ну и, соответственно, можно описывать и так, и так. То есть это как бы не альтернатива, либо так, а можно одновременно несколько описаний функции сделать. И здесь настает задача о сопоставлении. Значит, автоматических инструментов я, по правде говоря, не знаю, а полуавтоматические диалоговые движения процесса доказательства. Такого рода вещи делаются, инструменты непромышленного качества, экспериментального качества, такого типа. Да. Значит, та спецификация, вот тот пример спецификации, который мы рассмотрим, это state-based спецификация. То есть мы построили модель, которая опирается на явное описание вот некоторого состояния. Состояние у нас определяется значение переменной маленькое, пик его определен, это очень список элементов. Ну и соответственно, когда я описываю семантику с этой функцией, я опираюсь на структуру данных, на операции, которые есть с этими структурами данных. Первый элемент списка состояния, остаток, после списка это предопределенная операция. Вот. И заметьте, что в двух последних операциях аргумента как бы нет вообще. Так вы согласны, что аргумента нет вообще? Да, его как бы нет. На самом деле он есть. Значит, в группе операции, ну, такая как операция, имеют доступ к переменной, и это явно могут обязательно указать. Причем доступ это отличается. В последней функции это доступ к чтению, в первой операции, значит, как это называется, доступ к записи, но на самом деле это означает, что и начнение на основании. Всего расстояние поддерживается два. Значит, в английской терминологии вот эта конструкция называется excess definition. Просто явным образом это существует. И тем самым описание функции состоит первое из сигнатуры. Сигнатура, в свою очередь, опирается на описание входных параметров. В сигнатуре есть описание входных параметров и результатов. Есть описание доступа. Вот. И в RSL имеется ровно два вида доступа. Доступ к чему? Доступ к некоторому, допустим, к внешнему окружению. Первый вид это доступ к переменам. Переменная живет в мире. Вот. И второй вид доступа это доступ к каналам чтения записи. Сейчас мы с вами вообще про каналы не говорить не будем, но вы должны знать, что мы здесь сейчас такая вещь. Ну и значит, вот при отображении вот наших абстрактных моделей на реализации, как каналы могут отображаться либо на реальные взаимодействия, там пасы, например, либо на обменные помощи сообщениями, механизм, и так далее, в принципе, необходимо вполне болезнь. Так.
А можно ли эту же самую группу функций, той же самой семантикой, определить, не раскрывая эти самые подробности, детали организации стейта? По сути, ничего не изменилось. Но в первом случае у нас были функции с побочным эффектом.
Во втором случае у нас функция беспоблочная. Знаете, при анализе программ, когда у вас какая-то группа функций показывает беспоблочного эффекта, это большое горе. С другой стороны, мы всегда понимаем, что у нас есть клиентская сторона и первая сторона. Кто-то доказывает выполнение операции, кто-то выполняет эту операцию. Когда мы явным образом прописывали в этой модели организацию нашего состояния, как бы серверная сторона, выполняющая этот запрос, она довольна тем, как хранить какое-то состояние, если вы каким-то образом будете защищать, делать блокировки, организацию и так далее, это бывает заботой серверной стороны. Когда я описываю модель в таком виде, все эти заботы, они на самом деле остаются, но они перемещаются на сторону клиента. Так, ну что, мы коротко с вами познакомились двумя видами спецификаций, значит, явная и алгебраическая. Теперь остался третий вид, это неявная спецификация. Так, давайте еще раз перепишем. Третье определение, то есть самая крупная функция. Значит, да, давайте тогда вернем. Состояние. Все, что прочитали, всем это понравилось, там их и было. Предыдущая спецификация. Так, кто у нас АПМ делал? В стейт-бэс, похоже, этой ошибки нет, да? Да. То есть в стейт-бэс это было корректно, а в стейт-бэс это просто неправильно. Как если мы пишем в стейт-бэс, то
Сетички по возвращению в значение напишите, пожалуйста. В этой функции. Сын Сыч, ну жизнь тут возвращает. Так, а я в этом случае вообще не что здесь написано? Старая соединение очереди, то есть то значение очереди, которое было у нас перед ним. Если провести конфигурацию этого старого значения, то списком из одного единицы, то это выражение будет равно новому значению. Я могу, конечно, писать и наоборот. Самое интересное, это абсолютно правильно. Вот. Но для людей, если вы писать на сильном экране, они совершенно очевидно читают. Это надпись, что вот Q нужно присвоить то значение, которое написано справа. Уважающих себя языков программирования, знаки равно и присвоить, они различаются. Можно вопрос? Да. Хорошо ли сравнивать знак Q? На этот... То, что ключик заканчивалась первой лекцией. Это приводит к некоторым проблемам, да? Да. Что, может быть, по-другому лучше написать в этом слове? Так. Понятно, что почему не хотелось писать так? Хотя большинство людей пишут так. И когда они пишут, они никакой ошибки не делают. Но поймите, те люди, которые будут читать, то, что вы написали, они легко вот в эту самую ловушку могут попасть. Чтобы эти ловушки избежать, будет еще рано вечером.
Значит, а как предлагается написать вместо этого? Ну так, длина списка, который получится, есть длина прошлого плюс один. Элементы в голове, там, первые элементы сохраняются, а в конце элементы Е. Все функции, которые мы вызываем, длина и очередной элемент, они уже возвращают простые типы, которые можно легко сравнивать. Сейчас. Нет, нам никуда не деться, потому что... Вот начало нового списка, оно должно все равно с какой элементом совпадать. Ну, это тоже одно из свойств. Ну, там мы сравниваем уже не Q, мы будем сравнивать уже... По элементам. Нет, мы будем сравнивать там целые числа, булевские значения, более простые типы. Это не список? Это не список списка. Или мы ничего не мешаем? Значит, я вообще могу согласиться, что вот эту мысль можно написать гораздо длиннее. Вот, это при этом будет правильно, и если думать, вот, ну, скажем, о тех, кто разрабатывает версии, для них это будет некоторое благо, потому что будет сразу некоторый алгоритм, что нужно сделать во время проверки. Корректно. Равно очень четко определено самого цели для. Если вот оно там прям вот нарциссовано, что это вот сравнивание, равно это коэффициенты. В RSL это оно определено, дело-то не в RSL, а в том, как это будет уже использовано. Да. Да. Так, ну что, теряем времени, дадим еще определение для Фёрста и для выходные формальные параметры, мы описываем выходные параметры, не надо выходные параметры. Это будет, скажем, значение выходного параметра E будет уверена величина равна этому выражению. Так, ну, задайте мне вопрос. Вы должны увидеть некоторую разницу в нюансах определения append и определения append. Thank you.
точки. Так, если человек думает про значение Q, это правильно. Думать не надо. В некоторых языках программировали, ну, например, в Эйфе. Если это как бы мало задание точки, это значит Q. Есть специальное ключевое слово о Эйфе. Вот это должно было второе значение переменной Q. Здесь какое значение переменной Q? Но представляют. Они совпадают, да. Понятно. Значит, в RSL принято соглашение. Если по сигнатуре 33, то есть в принципе не меняя данные переменные, то это обозначение такой, и 33, пользоваться не надо. Но с другой стороны, это, конечно, затрудняет понимание, потому что я считаю, где-то кто встречается, а где-то не встречается. И этого практиковали. Так, сомнений, по крайней мере. Давайте с Александром проделаем встречу. Есть такое явное определение
если вы хотите конструкцию решили, здесь вам непонятно, вы пройдите. Вот так, такая запись, что означает? Это на самом деле это такое большое выражение. Если выражение заканчивается точкой запятой, то это почти всегда это крестовое. Значит, с точки зрения RSL, вот, какое значение, какое вы является значением такого выражения призвания? Какое? Никакое. Да. Юнит. Да, юнит, да. Да, это юнит. Да. То есть, значит, действие этого, значит, тематика призвания, это только побочный эффект. В результате выполнения вот этого выражения, вот выражение, изменилось значение. Но все вместе это выражение никакого значения не имеет. Вот. И это можно, мы можем ответить вот таким образом, как вот такие выражения. Практически в единственном случае, когда после этого цель будет успешно. Что это означает? Идет последовательность действий с побочным эффектом, а потом в результате вот этих самих есть еще некоторое финальное выражение, и вот это финальное выражение становится значением действия. Так, еще какие-то сравности есть, компонент? Явное определение этой эквивалентности. Давай. Я думаю, что пятый был. Давай. Там эквивалентность лишняя. Значит, для тех, кто решил перемены, для тех, кто не в состоянии решить перемены, вот, кто еще пытается будет попытаться. Вот. И не в плане угрозы, но скорее просто в плане как бы информирования общественности. Значит, я бы просил
довести до сведения тех, кто не ходит на лекцию, то, к сожалению, вот этот экзамен, он так и сложно. Реально. Нет, он был вопрос, когда дает последний человек. Я не знаю, когда сдает последний человек по другим предметам, то это не сказать. Ну то, что человек в 20-30 сдает до конца марта, это типичная картина. Я не понимаю. Вот. И проблема здесь в чем? То, с одной стороны, прочитать, наверное, нечего. То есть курс немножко такой, как не традиционный, и учебная литература. А с другой стороны, вы пятый курс, у вас громадный опыт сдачи экзаменов. Практикуем и читаем. Перед этим потратим, ну, если не пару часов, пару дней, и все преодолеем. Просто начинает приходить к этой мысли где-то в середине декабря, вот как раз заканчивает сдачи экзаменов в марте. Для тех, для меня, которые отдыхают.